За первую неделю года в Дагестане 11 человек погибли в ДТП. Об этом сообщает ГИБДД республики. В период с 28 декабря по 3 января на территории Дагестана зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек погибли и 36 получили ранения, в том числе трое детей. Самое крупное ДТП произошло в Карабудахкенском районе на автодороге Урмаливаши. Там погибли 4 человека.